Провал в центре города. На бульваре Жванецкого прямо на пешеходной дорожке образовалась яма. Экологи говорят, она глубиной в несколько десятков метров. Причина – забитой канализации и отсутствие дренажной системы. Почему стоит обходить опасное место, смотрите в сюжете нашей Ольги Голодовой. Пешеходная дорожка на бульваре рухнула еще вчера. К счастью, за минувшую ночь здесь никто не травмировался. Просто ушел грунт и все. А с чем это связано? Не знаю, я подозреваю, там внизу катакомбы. С катакомбами провал не связан. Он возник из-за отсутствия дренажной системы и забитой ливневки на бульваре Жванецкого. По словам общественного активиста Руслана Балдыжара, воды размягчают грунт и образовываются такие провалы огромной глубины. Несколько десятков, если не сотен метров, это точно. Если вовремя не отреагировать на обрушение и не изучить масштабы провала, за грунтом могут пойти и рядом стоящие дома. Необходимые работы – это разрыть, определить границы этой ямы, которая образовалась, в дальнейшем провести независимое, честное, в первую очередь, исследование, найти источник, откуда поступала эта влага или поступает, скорее всего, по-прежнему, и после этого подготовить проект. На место провала приехали и работники Инфоксводоканала. Обследуете? Вы думаете, что это по части Инфоксводоканала? Я не думаю. А как? Давайте я обследую, потом вам скажу. Впоследствии выяснилось, что на месте провала нет сетей, которые обслуживаются Инфоксводоканалом. Сейчас яму обследуют. А вот эколог рассказал, бульвар после каждого ливня становится все опаснее. Грунт намокает и постоянно осыпается, а склоны все круче. Гулять с детьми тут небезопасно, можно сорваться с обрыва. Листья прикрывают просто сам вид, а на самом деле там глубина колоссальная. Ну, я боюсь точно говорить, но метров 20 будет. Какие-то ограждения есть? Нет. Табличка какая-то есть, хотя бы просто табличка, осторожно, аварийное, так скажем, состояние склона. Тоже нет. Местные жители предполагают, что яму, как обычно, засыпят мусором, и на этом ремонтные работы закончатся. Ольга Голодова, Андрей Кульба, 7 канал.